Перед просмотром этого видео хочу вам сказать, что я создал второй канал, на котором будут выходить новые видеоролики. Ссылочка на канал будет в описании. Переходи и подписывайся. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу, как можно сделать постовушку на карпа. Для этого нам понадобится пластиковая бутылка, ножичек отрезать лишнее, 30-граммовый грузик, я взял 30-граммовый, вы можете взять поменьше, и вот такой вот крючок я взял на карпа. Первым делом, что мы делаем, берем плетеную леску, я взял 4 метра, отрезал. Привязываем. Берем бутылку, привязываем вот сюда к горлышку. Вот сюда к горлышку привязываем плетеную леску. Так, ну вот я привязал леску к горлышку. Вот. Привязал леску, отрезаем лишнее. Отрезали лишнее. Берем грузик, оливку. Мочим леску слюной или чем-то, чтобы мы могли вот в это отверстие, в грузик, просовываем в отверстие леску плетеную. Просунули мы леску, вот так вот сделал я. Теперь привязываем крючок. Привязываем крючок. Вот так я вот привязал наш крючок, держится крепко. Наматываем леску на бутылку. Наматываем леску на бутылку. Друзья, хотел вам сказать, если вы не знаете, как зацепить, за что здесь можно крючок, берете, ложите вот сюда крючок. Вот так ложите крючок и можете взять скотч и скотчем вот так вот заклеить, чтобы было удобно переносить. Просто заклеивайте вот тут скотчем и все. Наша постовушка на карпа готова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите крутой, смачный комментарий. И обязательно подписывайтесь на канал, кому понравился мой видеоролик с постовушкой. We'll be right back.